Удачницы оскорбляют друг друга в соцсетях. Местная прокуратура за последние полгода возбудила 6 дел об административном правонарушении. Граждане, позволившие себе унизить честь и достоинство других жителей, выплатят в общей сложности 24 тысячи рублей штрафа. Один из правонарушителей лишится 5. Пользователь телеграм-группы «Проудачные» написал нецензурные слова в адрес женщины. Сообщение увидели более 4,5 тысяч человек. Горожанка не стала это терпеть и обратилась к правоохранителям. Обидчик понесет наказание по статье 5.61 «Оскорбление, совершенное публично с использованием интернета».